Здравствуйте, дорогие подписчики. Итак, у нас очередная небольшая экскурсия по, не знаю, как их назвать, торговые ряды, коммерческий центр. Ну, такая фирма существует. Небольшая прогулочка. Я постараюсь показать то, что успею. Времени много нет. Видите, как все чисто убрано. Фонари интересные. Что такое какие-то крема баблес. Ну, для волос что-то, я так понял, да? Скорее всего, для женских. Ну а это вот вино и пиво, и табак. Я вам в своем видео одном показывал, там ликер было написано. Там можно было до 40 градусов напитки продавать. Ну, а здесь можно только пиво и вино продавать. Не крепче, ну и просто табак. Вот там видите, не знаю, упаковки от пива. Ну это кухня какая-то. Даже не знаю, не успел везде побывать. Ну и здесь вот, спереди, если видите, Animal Hospital. Ну не знаю, как назвать. Ветеринар, что с собачками служит, с хомячками на лечение, на консультации. Лизинг, знаете, красный, аккурат. Тоже в лизинг сдается. Ну и перед нами находится, значит, магазин такой. Вигманс называется, ну он как бы такой значимый магазин, сюда люди, так думаю, с хорошим достатком приходят. Не каждый может найти дорого купить что-то для тех людей с низким достатком существует. Магазины подошли. Ну видите, какое оформление. Это паркинг такой вот большой. Видите, это нижний этаж. И на крыше тоже паркинг. Но с другой стороны заезжает. Вот видите. Ну это прилегающая территория к магазину. Не знаю, может быть, и отсюда можно зайти. Цветочки для дома, для балкона. Ну и для всего прочего, в общем-то. Здесь вот для балкона, для летних площадок, кресла, цветочки. Цветочки. Мне надо кое-что здесь купить, я вам все не буду показывать. Чуть-чуть изнутри покажу магазин. Мне надо купить кинзу. Вот такой вот ход в магазин. Вот такие коляски, арбузы, коляски. Это
и свежий. Здесь такие хлебобулочные изделия. Не только хлебобулочные, но какие-то гамбургеры, рыба. Даже мясо. Так все выглядит. Это ягоды, там тоже дальше ягоды, яблоки, помидорчики разные. Баклажанчики, перцы, спаржа, лук, арбузы, ну и так далее. Здесь видите, эти ряды. А сам сегодня знаю, как-то так все выглядит. Я говорю, магазин крутой считается. Там надо найти кинзу. Думаю, что это не здесь. А вот так выглядит отдел сыров здесь. Ну, может быть, сыры всего мира. Сыр такой. Я помню, что когда во Франции жили, там говорили, что было более 500 наименований сыра во Франции. И вот начали считать, думаю, для того, чтобы каждый день по одному сорту сыра пробовать, надо полтора года. Ну и здесь примерно такая же. Здесь закусочки фаворитные. Ну а здесь для влюбленных, для праздников, для мероприятий цветочки. Всегда есть цветы красивые, множество. Ну, цены вы видите какие? Видите, розы какие пышные, красивые. Может быть, из Голландии. Какие цветочки. Ну, пожалуй, я вам попробую мясные изделия немножко показать. Не знаю, правильно ли я движусь в правильном направлении. Да, вот мясные изделия такие. Всякие беконы такие, полукопченые. Сосиски, колбасы. Вот это колбасы для гриля. На природу едешь, заехал, взял без проблем. Мясо. Thank you.
стыки, всемирная известная стыки. Ну, здесь отделаны курочки, 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 органик, био, ну, разные. Здесь тоже курочка, здесь тоже пословица. Пословица, пожалуй, пойду на выход. Рядом с мясным. Вот такие стейки, ну это крутые. Один паунд 450 килограмм, ой, 450 грамм, 454. Говяжий стейк стоит 26 долларов. Если два куска взять, два паунда, то это будет стоить, короче, ближе к 60 долларам 1 килограмм. Дорого. Это баранье ребра, кто любит на барана там нарвался. Готовы, очевидно. Шашлыки с них обалдеть. Это тоже баранья ребрышка, да, туда. Good make video. I make video for my wife. Thank you. Думал, замечание мне. Ну а здесь вот видите, готова рыба уже замаринована. Можно просто духовно пропустить. Кукуруза, салатик, кукуруза. Ну и так далее. Мне, по-моему, пора идти на руку. Ассортимент очень большой, очень большой. Мы столько лет живем здесь, в Америке, мы всего еще не перепробовали. Да и невозможно все показать с таким ассортиментом. Ну вот так вот, как видите, я уже вам сказал, что это не дешевый магазин. Но это, видите, работники, готовишь-то. Кухня, салаты готовят, да, просто сушеные вот раны. Красота, закусонная, бросить то все, пойти пузырек взять, хороший закуску съесть и оторвать. Ну а на этом краю кухня. Столики люди кушают, бутылки. Ну, как-то так. Не получил я желаемого, не купил то, что шампу, придется ехать в другой магазин. В общем-то, на этот раз экскурсия заканчивается, пожалуйста.